Вот. Черная речка и все белое. Вот так смотрится. Угу. Вилку поменял сегодня, вилка скрипит. Сальники, видимо, трутся, что ли? Пыльники. Что ты будешь, пустить хочешь? Нет. Я говорю, сальники скрипят, наверное, или пыльники. О, а мне показалось, ты ригидную хочешь поставить? Нет, пружинную просто. А та какая? А была? У меня той нет, а та воздушная. А, это железная. Ну. Понял. Работает нормально? Ну, пока. Работает. Половину, да? Ну, а что ты хотел, это же пружинная. Ну, у меня тоже пружинная. Не, ну если... Нормально. Вот, ну, у тебя послабже, у меня помощнее. Что, заправляться будем? Не, здесь дорого. Дорого? Я на Роснефть. На Роснефть, поехали. На Роснефть.
Сивенский мост. Впереди Сивенский парк. Сегодня 21, да, ноября. Сивенка что-то даже не думает замерзать. Интересно, рыба есть? Ну, я думаю, да. А куда она денется? Греться уплыла куда-нибудь. Не, у нее же всю зиму температура плюс 4 градуса под водой. Ну, под землей, то есть. Ой, фу, блин. Утки же утки улетают. Может, и рыба уплывает. Не, у уток-то минус 50, как бы, у них. Да. Крылья завянут. А у этих плюс 4 всю зиму, любой мороз по барабану. Кстати, я был вот там за... Короче, за парусом. Там озерца такие, ну, перед Амуром. И сколько, не знаю, вот когда я там фильм снимал, 4 или 5 уток плавало. Когда это было? Ну, вот недели, наверное, может, 2-3 назад. Странно, они же съебались. Да, вот в том-то и дело, все уже улетели, а эти плавали. Я вот что хотел потом съездить, но я один раз поехал, не нашел их, может, куда-то перелетели. Ну, то есть все уже улетели месяц назад, но... а эти остались, а я вот и думал, как они там... Ну, это туда далеко. Это, знаешь, что-то далеко ехать. Чего-то я в мире животных, по-моему, такое припоминаю, что раненые всякие, покалеченные, они не могут улететь. Да, по крайней мере, они не могут такой перелет. Они плавали, потом поднялись, там метров на 100 дальше отлетели, сели. Ну, вот меня напугались. То есть, в принципе, они летают. Ну, имеется в виду, что они не могут потянуть. Они, может, просто еще не это. Километровый перелет. Ну, ослабшие какие-нибудь, больные, знаешь. Эти. Молодняк. Видимо, еще, может, не окреп и не смог. Да. Просто здесь они, наверное, сдохли. Ну, замерзнут же по-любому. Иначе они бы не улетали. Ну, или кто-то поймает и съест потом. Да, или леса Ты про этот мостик? Поэтому-то я постоянно езжу. Промахнулся, бля, на радость, бля, загнался. Что, здесь? Или налево. Так, подожди. Ну, именно по этой дороге. Вон там была налево тропинка. Ну, нам вообще вот туда, вот вдоль парка. Здесь, да, не выйдет. Thank you.
солнышко садится, надо в следующий раз будет пораньше выезжать. Вообще вот направо, но я не уверен, что мы проедем. Когда-ка я сниму табличку. Опа. Ничего снимешь? Табличку. Памятник природы краевого значения Сивинский лес. Проезд запрещен. Ну да. Так, мы же вроде... Никто не едет. Не, мы же вроде едем. Нарушитель? Ну получается, да? Мы же не пешком идем. Чё? Как-то в обратную сторону. Ну что, в следующий раз пораньше выйди, солнышко будет побольше, пейзаж покрасивее. Походу, да, это тупик. Да, это мы как бы не шапки. Куда? Чтобы обратно возвращаться. Там, извините. Здесь администрация, знаешь? Нет. Парка. Хочешь, поехали, съездим, посмотрим. А что там делать? Просто здание снимешь. Ну поехали. Ни разу, здесь вот 20 метров. Ни разу не был. Парк, еще администрация есть, оказывается. Ага.
Дорога жуть. Кто-то еще на лысой резине. Не будем показывать пальцем. А? Я говорю, не будем показывать пальцем, кто на лысой резине. Ну, я передняя только лысоватая, в середине, видишь? Ну да, сзади. Задняя. Задняя нормально. Классно. Ну да. Шпунтик на такой подъем так моча заезжал, в который почти никто не может заехать. Федя только, по-моему, заехал, и шпунтик. Здесь не так уж и часто ездят. Да, по-моему, здесь вообще только ходят. Вот, если бы коняги здесь не ходили, ну, то было бы гораздо легче. Что там, далеко еще? Фу. А то скакать по этим дыркам вообще тяжело. Не доедем? Чё? Не доедем? Не понял. Доедем? Конечно, доедем. Не доедем, так дойдём. Ну ты что, бодай? Это, у тебя стоп-сигнал не горит. Ну, вот как-то так. Ну, походу, все. На твоем-то дальше никуда. Пешочком можно. Подожди, вон дорога, по-моему. Все. Видим дальше. А там что за камень стоит? Это типа парка. Здесь, по-моему, вышка стояла парашютная. Или это там немножко дальше? Не, вышку мы проехали. Да, прошлая полянка. А здесь вот камушки разложены. Ага.
Чё? Тропинка есть туда? Да там она даже не пешеходная. Ну ладно, поехали. Мы опять промахнулись. Где-то она там дальше. Ну, поехали, до речки доедем. Куда дальше? Ну вот речка. Мостик там, где-то метров 300. Можно попробовать вот здесь по дороге и туда. Там а собаки. Дамы, а вы не знаете на мостик? Вот сюда или дальше? Мостик. Мостик. Деревянный такой. Куда-то сюда люди. Не, ну это понятно. А, вон люди. Ну только там. Ну давай пропустим людей. Сейчас пусть пройдут. Ты думаешь сюда? Ну да. Прикольно, да? Огородки это. Да где в том, что тут, наверное, нахрен проедешь. Почему? Вот же тропинка. Ну летом я ездил. Там же деревянный мост, да? Да. Ну вот. Это что такое? Доп. Здесь дачи были, и все, что осталось. Потому что здесь офигенный пейзаж. Летом? Нет, не летом, а именно вот до того, как замерзло. Не, ну да, я имел в виду. Потому пока. Что, вот я в группу фотки скидывал, велобан, не помню, вот прайд скидывал. У тебя нету фоток? Я тут катался и вот стоял на этом мостике, и речка помню. Черная была.
Кстати, вода замерзла. Что-то как-то вон, вода еще не замерзла. Вот, смотри, тонкая. Видно. Пузырь. А что, ты же ездил? Вот, на этом болоте. Ну. Ногами ломали. Кто-то ходил, и вот поломали. Не замерзши. Я тебе и говорил. Вода. Вот. Да. Хорошо, что вовремя ногу вынул. Даже не намочу. Водичка. Ну там не глубоко, видишь. Маленько. 20. А, уже 20 тоже. Можно было на Синку проехать, там тоже она пока текет. Ты тоже хотел навнуть? Случайно. Ну обратно и поедем там. Я фото уже тоже скидывал. У тебя велобанди нету, да? Не, наверное, нет. А в Прайке я не скидывал фото. Вот здесь вот стоишь, и речка черная. Вот и снег. Я тебе скину, короче. Можешь прикрепить даже к этому, к видосу. Ну, чтобы это кликбейт был красивый. Вот, черная речка и все белое. Ну так смотрится. Что-то он какой-то стал поюзанный такой мост. Ну да. Давно не ремонтировали. Ну прикольно, когда, ну, ехать, когда вода жидкая. Потому что едешь и это, боишься. Прикольно. Широкие покрышки скользят больше, чем узкие. Давление маленькое получается. Не знаю, у меня вообще все. На единицу площади. Я ж тебе говорю, у тебя-то узкие. А, в этом плане? Да. Мне показалось, что спущенные. Нет, это широкие, они как лыжи. У тебя врезаются в землю, поэтому не скользят. Даже лысые. А, вот ты какой хитрый. Нашел это... маску, да? Ну, конечно. Ну, что, да. Направо, налево? Вот хер его знает. Туда не интересно, а туда интересно. Так. Продолжение заезда. Вообще влево надо. Ну давай влево поедем, там тропинка будет. Мне просто нравится по дороге. Ну. Вот там, по-моему, налево будет. Ну и там направо. Ну давай туда, направо. Thank you.
Я думаю, вот здесь хороший кадр будет. А если дальше поедешь, только свет будет солнце. Туда? Надо дать через деревья, по-моему. Мы сейчас прямо едем. Подожди. Сейчас шок. Шок. Ну. Да. Дня три назад были, не было еще льда на середине. Да и его и сейчас не сильно много. Там, вот сейчас, да, нет. Просто я думал, о, смотри, как узко, метра три, наверное, без льда. Туда, наверное, не спуститься, да? Обрыв такой резкий. Даже если спуститься, потом не подняться. Дальше, ближе. А. Вот туда бы спуститься, там где вода текет. Ну там можно, да. Но это далеко идти. Поехали. Куда? Да. Вот по этой тропинке? А вот тропинка. Да она, по-моему, там это. Сейчас закончится. Да? Ну давай до воды доедем. Очень такая интересная, техничная. Там от веток уворачиваться. Ну а чтобы она топку надо было. Куда? Вниз, вот сюда. Так ты первый. Спасибо. Закатались специально, ребята. Я пешочком. Я только смотрю, где потом подниматься. Ну там потом можно будет туда дальше пойти и подняться. Здесь съехать? Нет, съехать на жопе, на ногах. А, ты хочешь на велике съехать? Не, ну я думал, на велике ты поведешь и едешь. А, да, не, давай лучше ты. А я не знаю, что ты знаешь. Вода чистая, прозрачная.
все камни под водой видно. Офигенная красота. Солнце засадится, практически село. Сейчас где-то минут 10-15 и стемнеет. Будем отсюда выбираться на ощупь. Того стоит. Может быть, днем было бы не так красиво, как сейчас. Ну все, друзья, сейчас нам дорога в обратный путь. Ну что, все, в обратный путь. Там уже, наверное, снимать по большому счету нечего. В принципе, красивее этого места уже не будет, поэтому потихоньку будем выбираться. Всем пока, всем счастья, здоровья, удачи. 21 ноября, еще месяц и 12 дней, да, до Нового года. Все, пока.